Всем привет! Итак, сегодня мы поиграем в ВИЧ, что в переводе означает «который». Вау. Блин. Жутко-то как. Твою мать. Куда я попал? О, выход. Ага. Хрен там. Стрелочки. Понятно. Черт возьми. Ты что, сердце стук? Двери какие-то. Заперто. Отлично. Во, блин. Так, левая кнопка мышки. Я так понял, взаимодействие, да? Да. Тише. Даже открывается стрёмно двери. То есть полочки. Отлично. Тихо, тихо, тихо. Черт возьми. Стрёмно. О, ключик. Так, никого сзади нет. Блин. Капец, как? Не пойму, как игра на 10 мегабайт могла превратиться в такое. Отлично, открыл дверь. Ой, еще один ключик. Оу, опа. Трубу, да? И как мне ее сломать? Пока никак, да? Окей. Унитаз, тише. Так, вижу, там еще дверь, но как бы они заперты. Это же вроде бы ручки, да? Не вижу, честно. Очень плохо видно. Так, отлично. Хотя ничего отличного нету, блин, мне страшно. Так, теперь куда нам? Наверх? Тише. Блин, бегает как конь. Ну и коридор, коридоры узкие. Окей, открыли комнату номер один. Так, и что у нас тут? Ну хоть тишина. Человек плюс ключ равняется открытая дверь. Но открытая дверь не равняется ключ плюс два человека. Пока ничего не понятно. Окей. Ничего у нас тут нету, да? А это что? Опа-на. Ключик от вторых дверей. Ладно, блин. Так, пускай вторые двери подождут. Попробуем третьи. Открываются. О, блядь! Твою мать! Что это такое? Тихо, тихо, тихо. Что это?
Ключик равняется я плюс. Бля! Оно еще поворачивается. Да ну тебя нафиг. Смотрите, у меня сердца нет. Тихо. Тихо. Что это у нас? Ключ. Ключ. Ага, вот этим ключиком мы открутим эту трубу, что снизу. Да? Тихо, тихо, тихо. Ну тебя нафиг. Ёб твою. Оно еще ходит за мной. Да ну вас нахрен. Пиздец. Смотрите, вот она стоит. Пошла нахер. Блять! Чё она хочет от меня? Ага, это понял. Разработчики. Ключ. И как мне пройти? Да вы издеваетесь. Ой, бля! Фух. Вот оно. Что это? Какого черта? What? Что она делает? Fucking shit. Ой, блядь. А вот она. Давайте не будем к ней идти. Ну её нахрен. Валим, ребята, валим. Что это за дверь еще?
И чего я должен сделать? К ней подойти? О! Я не знаю, как разработчики смогли сделать с игры на 10 мегабайт вот такое, это реально, мне кажется, это шедевр. Всего 10 мегабайт. Такую атмосферу сделать. Что дальше? Но она дергает ручку. Блин. Идем к ней. Чего она делает? Нож? Да вы издеваетесь! Иди нахрен! Блять! Пиздец! Я ебу в жопу такие игры. В жопу, в жопу, в жопу. Какого хуя? Все, всем пока.